В Казани сегодня начали строить завод по производству современной упаковки из полипропилена. Первый камень заложили на территории технополиса Химград. Упаковка может использоваться для любых сыпучих веществ, начиная с продуктов питания и заканчивая строительными смесями. Она, в отличие от бумажной и пластиковой, легкая, прочная и экологичная. Мы являемся в России самыми крупными производителями пластмасс, полиэтилен, полипропилен, полистирол. Скоро будет поликарбонат, скоро будет АБС пластик. Я думаю, что вот таких проектов должны быть сотни, тысячи. И задача 2015 год, конец 2016 году, выйти на 2 триллиона валового регионального продукта.